9 октября центр города превратится в спортивный бульвар. Среди участников и чебоксарские ястребы. Они проведут мастер-класс по уличному баскетболу. Ну а пока баскетбольная команда обучала мастерству школьников старших классов. 4 попадания в корзину за 1 минуту. Так играют чебоксарские ястребы. Команду собирали со всего Поволжья. Поэтому игроки – настоящие профессионалы. Центровой Александр Бауэр – самый яркий игрок в команде. Его рост – 2 метра 20 сантиметров. Говорит, вырос не потому, что много каши ел, а потому, что занимался спортом с раннего детства. Баскетбол вообще – это умная игра. Очень умная. Здесь очень много голова работает. И разнообразное, то есть нет каких-то однообразных движений и больше фантазии можно включить. Обязательно нужно растяжку делать, а потом можно травму получить. Вот много молодежи ломаются на баскетболе чисто из-за того, что где-то голеностоп не потянули, где-то еще что-то. Спорт – это не только каждодневные тренировки, но и ежедневное следование правилам. Чтобы не сдавать спортивные позиции, необходимо правильно питаться. Спортсменам ни в коем случае нельзя курить и злоупотреблять алкогольными напитками. Очень много соблазнов у детей. То есть зависимость от улицы, зависимость от компьютеров, от телефонов. Дети бездельно болтаются по улице, поэтому чем быстрее ребенка приучится к занятиям спортом, тем, значит, мы, как бы сказать, будем способствовать тому, что ребенок будет гармонично развиваться и будет у него меньше дурных всяких соблазнов. Дурным соблазном новое поколение предпочитает спорт. Об этом говорит масштабность мероприятия. К концу тренировки в зале было не протолкнуться. Приятные впечатления от мастер-класса остались как у ястребов, так и у юных, подающих надежды баскетболистов. Мне нравится баскетбол, потому что это такой вид спорта, где как бы работают, во-первых, все мышцы, во-вторых, мне нравится баскетбол. Спорт – это здоровье, а здоровье – это наше все. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.